Борьба с распространением наркотиков – задача не из легких. Здесь помогают только комплексные меры и взаимодействие всех заинтересованных ведомств. Ситуацию с оборотом наркотиков и результаты работы правоохранительных органов сегодня обсудили на расширенном заседании координационного совещания в прокуратуре Чувашии. Правоохранители республики за текущий год изъяли из оборота более 56 килограмм наркотических средств. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Раскрыто 525 преступлений. Эффективность 87%. Согласно статистическим данным, за 10 месяцев 2018 года на территории Чувашской республики количество зарегистрированных наркопреступлений снизилось на 6,7%. С 1018 до 950, в том числе особо тяжких преступлений, на 13%, с 761 до 662. Количество тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 41%, со 133 до 188 фактов. Молодые люди легко идут на нарушение закона, распространяя наркотики. В этом преступном бизнесе крутятся большие деньги. И, безусловно, они манят. Только вот потенциальные наркодилеры забывают. Сбыт – один из самых опасных разновидностей организованной преступности. И нарушение закона может привести к лишению свободы до 20 лет. Возросло количество лиц, установленных и привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. С 230 до 247. И среди них выделяется увеличение количества несовершеннолетних. С 8 до 15. То есть практически в два раза количество людей, которые изобличены в обороте, незаконном обороте наркотиков, увеличилось вдвое. Профилактическая работа среди несовершеннолетних все больше приобретает адресность. Специалисты встречаются с родителями, педагогами. Патриотические и спортивные мероприятия для трудных подростков тоже должны стать неотъемлемой частью их повседневной жизни. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.